34 года работаю на Чукотке, изучая морских млекопитающих, в первую очередь моржей и белых медведей. Я оценил численность моржей в этом районе. Здесь, по сути дела, 20 километров береговой линии – это нескончаемые лежбища, нескончаемые залежки моржей. Раньше, это, когда был лед, такой необходимости у моржей не было. И чем больше моржей, тем больше их забирается наверх, на высокие вот эти обрывы и скалы. В общем, понятно, что проблемы у моржей возникли в связи с потерей льдов. Они приспособлены жить на льдах. И сейчас они потеряли вот эту платформу для жизни в Чукотском море. Многие ученые связывают это с глобальным потеплением. Я не специалист, я не климатолог, но то, что за 34 года моей работы здесь на моих глазах лед исчез, и звери действительно, условия для их жизни изменились, это факт, это непреложный факт. Я думаю, что в ближайшие годы мы будем свидетелями того, что примерно столько моржей будет приходить еще в течение нескольких лет. Я думаю, что такую смертность можно ожидать в любой год. У меня каждый раз, когда я смотрю на окружающие, когда сходят моржи, остается множество погибших животных, трупов, каждый раз у меня довольно пессимистическое настроение. Однако есть надежда. Надежда остается. Поэтому я предпочитаю все-таки смотреть в будущее с оптимизмом.